Все начинается с бодрящей рождественской песни, ну а потом сразу в озеро. Теплые перчатки и купальник. Вот их униформа. Так уже много лет празднуют Рождество группа берлинских любителей моржевания. И преклонный возраст совсем не помеха. Сегодня температура воды не самая низкая, плюс 5, но острых ощущений от этого не меньше. Что здесь здорово, так это ощущение, когда выходишь из воды. Кровь активно циркулирует через тело, жар наполняет все тело. Можно почувствовать такую циркуляцию. Эта группа энтузиастов называет себя «Берлинские тюлени». Она существует с 1980 года. Следующее зимнее погружение они планируют на 1 и 11 января 2015 года.